Дальше. Для того, чтобы нам создать красивую линию передней ноги, я всегда начинаю работать с запястья, то есть фактически с лака. Мы убираем отсюда все лишнее, и тогда только мы увидим, как выглядит наша лапа в стойке, чтобы не ошибиться, как выводить линии. Вот. Если здесь вот конкретно вот это вот место торчит, да, вот, то здесь можно это опять же взять, прочесать. Вот оно. Я не буду сейчас вычищать. Так, стоять! Я не буду сейчас вычищать очень уж чисто. Просто боюсь, что сядет солнце, и мы ничего не увидим. Дальше. А мне бы еще хотелось показать, как я делаю плечо. Поэтому. Отойди чуток. Поэтому вот мы сделали лапу. Поставили собачку. И получаем вот здесь вот кучу шерсти. Вот она, да? Вот. И это все нам нужно вычистить для того, чтобы у нас была красивая, очень красивая собака. То есть мы вот это убираем ручками. Убираем максимально до лака, чтобы вот здесь вот ухо не оставалось. Это лучше, конечно, делать в перчатках. Вот, я просто сейчас, 2 секунды, я одену перчатки, там сложнее, лучше захватывать. Да, тем более на улице шерсть разлетается. И пальцами ее тяжело взять.